Так, привет, друзья! Сегодня очередная посылка от подписчиков, чтобы я провел обзор на анбоксинг по нашей любимой игре Warhammer 4000. Что в коробке, я пока не знаю. Будем сейчас снимать обзор на анбоксинг, так называемый. Ого, друзья, у нас тут роботы и чуваки с палками в одном месте. Необычный, необычный подарок для обзорного анбоксинга, так называемый. Что мы тут видим, друзья? У нас тут есть три летающих чувака, киборг. Четыре чувака с пулеметами и чувак с мечом. А еще есть чувак с дубинкой. Это какой-то некролорд, смотрите, у него череп на лице. Ну да, вот тоже нас встречает китайский язык и американский флаг. Кита дель миниатурес. Ну да, ничего, в принципе, нового я тут не заметил. Красивый у нас есть робот и летающие человечки. Будем открывать. Ой, нет. Какой звук хороший. Так, наша карабинка. Положим это в бок. Как она открывается? Где-то вот здесь, чтобы надо открыть, чтобы аккуратненько было, не поломать коробку. Опа, опа. Ой, нас встречает помятая инструкция по сборке. Вот козлы эти китайцы. Так, тут даже есть у чуваков разные виды кушни, нифига себе. Открываем коробку. И как обычно нас встречает... Ого. Вот, кстати, можно робота сделать с синими пушками, можно робота сделать с зелеными. И у него еще тут этот открыт. Кабина открыта. Как же... Вот наш примарис Капеллана. И наши эти примарисы Инцесторс. Это, я так понимаю, летающие чуваки. А, нет, это Интерцессорс. Да, это Интерцессорс. Он с мечом, может быть. Может быть, с пушкой. А вот разные виды вооружения. Вот у него есть прицел, вот у него есть обойма. Вот у него есть вообще снайперская винтовка. Вообще, смотрите, сколько тут сил можно на них налепить. Йобин-бобин. Шесть видов они могут, типа, держать руки на пушке. Вот она у него разобрана. А вот нет. Офигеть. И вот можно разные прицелы к ним приклеить. И вот так они по-разному будут выглядеть. Офигеть. Бегу-бобин, эти китайцы помяли нам инструкции. Вот эти. Primaris Ancestors. О, вот тут эти мне нравятся, которые, видите, с большими этими плазмоганами. Синими. Тоже куча плечей, куча голов, куча каких-то сумочек. Йобин-бобин, сколько тут всего в этом наборе, так сказать. Ну да. Все тут понятно одним словом, и вот им надо просверлить в попе, хотя нет. Но я думаю, надежнее будет в попу ему просверлить. И вот наш гвоздь нашей программы, это киборг, терминатор из фильма про трансформеров. Вот он может быть с синей пушкой, может быть с пулеметом. Мне, конечно, нравится вообще и та, и та. О, даже на сиськах у него, видите, такие есть пушки и ракеты.
Йобин был. О, даже здесь у него пушка есть, огнемет и пулемет. Ничего себе. Так, что мы тут видим? Так, ну это обычная инструкция по заборке, ничего интересного. Это ножки, его ляжки. И так он должен выглядеть в итоге. Так, все хорошо, сейчас мы посмотрим содержимое коробки. Это наши подставочки 40-мм. Это наши подставочки 32-мм. Это апгрейд пак для Дарк Ангелов. Две штуки. Это наш Капеллано. Одна штука. Да, красивая моделька. Это уже кусок нашего терминатора. Смотрите, вот его плазмоган вообще с двух сторон. Капец. Какой он опасный. Вот, ложим сюда. Так, это подставки для летающих. Это тоже часть нашего киборга. Как мы видим, это его корпус, я так понимаю. Сюда его поставим. Так, и вот наши инцесторы. Летающие чуваки, которые с плазмами. Я так понимаю, можно им примагнитить, и будут у них не только плазмы, но и пулеметики. Красиво. Ничего не скажешь. Положим их. И вот наши, капец, инцесторы. Ой, интерцессоры. Инцесторы только что. Смотри, сколько у них плечей разных. Вообще их как хочешь можно... Йобин-бобин, сколько плечей. Раз пара, два пара, три пара, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять пар плечей на пять чуваков. Это нормально? А голов сколько? Восемь. Ой, восемь. Десять голов. Восемь. Куча всяких сумочек, прицельчиков этих. Обоим. Еще сумочек. Еще обоим. Йобин-бобин, сколько тут собирать? Ну, скажу вам честно, красиво. Красиво. Даже голов 12, еще вот две головы. И даже ленточки можно где угодно клеить. Вот ленточка. Капец. Бэкпаков у них 5. Нету никаких особенных. Ножики можно вот приклеивать. Еще по, капец, по одной сумочке какая детализация. Ну да, жестко. Вот так вот наша подставочка для киборга. И трансфер шит для Дарк Ангелов. Ну, на этом, друзья, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем моим подписчикам. Подписывайтесь, ставьте лайки, палец вверх. Присылайте коробки на обзор и оставляйте ваши комментарии. Всем спасибо, пока!